Всем привет! Новый заказ. Профессиональное техобслуживание в каверне и ремонт пружинного механизма. Идеальный заказ. Быстрее откликнитесь. Я. Особое. Доброе дело каждый день. Как интересно. Ладно, мы заказ взяли. И давайте к нему приступим. Я надеюсь, он уже должен отображаться в системе полного погружения, если не ошибаюсь. Да, видите, new исследование. Это прекрасно. Доброе дело каждый день. Вперед. 12 уровень. Вот это по мне, ребят, можно заработать на этом. Ну, это, по идее, легкая миссия. Выполните идеальный заказ, полученный в интернете. Окей. Так, у нас будет описание? Пе нашла для вас IP учетной записи, а также оценила среднее время на выполнение заказа и среднюю награду. Этот заказ точно нельзя упускать. Вы прибыли в указанное место. Никакой угрозы не наблюдается. Можно спокойно двигаться дальше. Цель — завершить проверку и ремонт пружинного механизма. Вокруг все тихо, как странно. Ого, вижу пружинный механизм, а еще банбу. Это золотой банбу, предлагаю поймать его. Да! Может, попробуем запустить в банбу... Ах ты хитрец. Ты уклоняешься, да? Банбу пытается скрыться. А как тебе такое? Мы реально его поймали, что ли? Что? Что? Больше похоже на благотворительность. Кажется, ремонт еще не закончен. Мне это нравится. Ну, если осталось еще чуть-чуть, так, даже неудобно брать. Так, ребят, я готов опять. Так. Теперь, да, с этой стороны мы тебя поймаем. У тебя больше некуда деться. До свидания. Изи. Слушайте, нам здесь даже сражаться не потребуется. Офигеть, там сколько монет дают. Зачем нам столько? 34, 35. Мне кажется, в конце просто у нас отнимут это все. Скажут, а, смешно, да? Это что такое? Телепорты. Выходит, банбу перемещается по ним. Зажимай его так... Как зажимать? Что-то было написано. А, ну типа так, чтобы он в ТПшку не зашел, да? Да. Конец тебе, банбу. Выхода-то нет у тебя. Только я не понимаю, зачем нам столько денег дают. Теперь и серебро пошло. Еще один, а эти механизмы хороши. Офигеть. Нет, что? Готово. Ну что, заказ выполнен? Чего я жду? Бонус? Уведомление. Обнаружен выход. Пора выбираться отсюда. Неужели есть те, кто каждый день... А что? Завершите ремонт. А здесь можно что-нибудь получить? Или нет? Нет ничего скрытого. Ну, вроде бы нет. Ребят, все обошел. Почти все, хорошо. Ничего не должно здесь, по идее, быть, да? Ладно, поехали. Сколько это будет стоить? 35! Я что, все отдам что-то за это? Кажется, мы наткнулись на чью-то тайну. Ну и ладно, подождем. Денег. Все отобрали. Вот это я понимаю, великолепный заказ. Соберите 3 пакета данных наблюдения. Мы это сделали. Да мы все собрали вообще. Нет, скорее всего, будет босс в конце, да, 100%. Чтобы выйти из каверны, нам придется сражаться. Нет! Вот это обалденный заказ, ребят. Мы его выполнили, кстати, 3 из 3. Прекрасно. Это будет конец? Или там будет что-то еще? Нет, это реально конец. Заказ выполнен. Отличная работа, Белль. А ну-ка, что про нас пишут? Вот оно, техобслуживание и так далее, да?
Когда первый раз сюда заходил, не думал, что тут такая драма поднимется. В общем, мошенники сами себя перехитрили. Короче, я понял, ТС первый раз выложил заказ, чтобы помочь кому-то из друзей нафармить опыта. Но он даже не в курсе, где ограничить права просмотра. А кто-то увидел заказ и взял его. Суровый мир суров, да. Вот этот кто-то провалился. Откуда берутся люди, верующие, это ворующие чужие заказы? Куда рука тянется? Даже ID не совпадает. Сейчас сказка... Сказки нам будет заваливать тут, меня взломали, это мой новый аккаунт. Все, короче, пошел я отсюда. Не будем слишком доверчивы. Да, слушайте, прикольно. Юмор присутствует, ребят. На этом все. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока.